Нередко, когда мы пытаемся зачеркнуть какие-то события и явления нашего прошлого, происходит совершенно обратная реакция. Память предков, вступив в нелегкую борьбу, происходящую внутри некоторых из нас, вдруг одерживает победу. Благодаря этой победе мы сначала полностью меняем свою жизнь, а затем начинаем преобразовывать пространство вокруг. Постепенно то, что считалось давно позабытым и утраченным, становится нашей повседневностью. Мы начинаем жить с особенным чувством времени, когда прошлое постоянно обогащает новыми красками настоящее. Порою так происходит не только с отдельными людьми, но и с целыми деревнями и даже городами. Есть в Рыбинском районе Ярославской области удивительное место под названием деревня Тыгыдым. Как только попадаешь сюда, сразу оказываешься в прошлом. За традиционными русскими воротами деревянная часовенка, рубленые дома с резными наличниками, старинные конюшни и амбары. Здесь можно полностью погрузиться в нашу историю, посетить лекции о традициях крестьянства, научиться забытым ремеслам и послушать легенды о загадочном и прекрасном тыгыдымском коне. Наша деревня рассказывает о русской душе, о том, какая она красивая. Она рассказывает о невероятной истории России и о потрясающих просто наших с вами предках, которые знали, ведали, умели столько, сколько мы сейчас не умеем. Стоит, наверное, рассказать про моих дедушек. Оба они были плотниками. Дед очень часто оставался со мной нянькаться. И однажды бабушка, вернувшаяся там с работы, увидела, что дед разложил передо мной различные столярные плотнические инструменты, там стамески, рубанки. И я, будучи там трехлетним ребенком, играл вот этими инструментами. На вопрос же бабушки: «Саш, что же ты делаешь такое?» Он сказал: «Ну, пускай привыкает с измальства к этому инструменту». И удивительно, да, очень многие инструменты, когда я их беру в руки, они мне отчасти знакомы, да, потому что вот это зерно, эту капельку, да, когда-то, видимо, заложил в меня мой дед. В детстве сны, которые мне снились, они все были с лошадьми. Были сны, когда мне снилось, что я скачу на лошади по полю. В поле, кстати, очень часто снилось, что я вот свободно в поле с лошадью или гуляю, или... Помню, как-то был сон, что я причесываю лошадей. Были, кстати, сны, когда мне снилось, что я сама лошадь. Грива развивается. Чувство, я была белая. Белая лошадь. И папа, зная вот эту вот мою больную любовь к лошадям, он решил подарить мне лошадь. Но вот, ну, не случилось. Умерла мама. Мою маму хоронили в мой день рождения. А на 9-й день выпал день рождения моего папы. И по всяким приметам это означает, что покойница заберет с собой кого-то. И думали, что буду это я. И мое состояние было очень тяжелое. Я перестала разговаривать с людьми. И перед сном я каждый вечер плакала, звала маму, просила, чтобы она пришла. И вот мне приснился сон. В этом сне вообще все было идеально. То есть если это зеленая трава, то без единой сухой веточки. Если это река, то совершенно прозрачной водой и удивительно красивыми камешками внизу. Мы с мамой идем вдоль этой реки, она ведет меня за руку, и она идет и говорит мне: «Все будет теперь хорошо. Все, ты иди со мной, все будет вот хорошо». И я иду, и мне легко, хорошо, потому что я вот с ней иду. И перед нами мост через эту реку. Он простой, деревянный, такой, знаете, деревенский мостик. И мы подходим к этому мосту, и я вот как-то вот... Я туда хочу, за этот мост. И мы подходим, и тут я смотрю, рядом с мостом в траве лежит ребенок. В этом во сне было самое яркое. Это большие голубые глаза у этого ребенка. Я беру на руки, я только слышу, вот как-то вот не то, что даже вижу, слышу, только мама говорит: «Пока тебе нельзя, у тебя дела еще здесь». И я поворачиваюсь в этот момент, вот держу этого ребенка на руках. Нет мамы и нет моста.
Эти голубые глаза я, знаете, когда увидела, когда сына родила. Папа ехал на мотоцикле. Вместе с ним на этом мотоцикле ехали еще два человека. Женщина погибла, так же, как мой папа. Мужчина, он выжил. И мужчина сказал, что на дорогу вышла моя мама. Поэтому папа просто свернул с дороги и врезался в дерево. А папа умер через несколько месяцев после этого. Она его забрала, и даже однажды мне снился сон, в котором я видела моих родителей. Мама была в свадебном платье, рядом стоял папа, и они были очень счастливы. Когда мы, бывает, что-то делаем, строим, да, создаем, мы говорим, что есть чувство, что те люди, которых уже нет с нами, мои родители, Сашины дедушки, они, знаете, как будто с нами. Еще в прошлом веке о деревне Артемьево, которая находится неподалеку от Рыбинска, почти никто не знал. Все изменилось 14 лет назад, когда сюда устремились паломники со всей страны, чтобы посмотреть на храм, построенный простой деревенской женщиной Зоей Поповой. И этот дом, и вот эти все три дома привезены с отопляемой зоной, с Мологи. Я там родилась в 1938 году. Дома были только-только построены. Сгорели старые дома, и вот построили для двух братьев новые дома. Еще даже не до конца достроили. И вдруг затопляемую зону, убирайтесь куда хотите. Плоты связали по Шахсне, гребли кольями до Волги. Потом по Волге нам выделили места вот в Артемьеве. В 1941 году доделали кухню и все, даже крыльцо не сделали, началась война. И папу, и дядю Васю забрали на войну. 9 мая. Победа. Мы сидели все за столом, радость невыносимая. Уж и кто плачет, кто смеется, кто радуется. И вдруг идет почтальон. А баба Сима, царство ей небесное, увидела, выскочила. И вдруг слышим бух в коридоре. Уходим, она лежит. И в руках уголочек, похоронка. Похоронка на отца. Как раз 9 мая мы узнали, когда его убили. В общем, до 54 года был страшный голод. И как мы выживали? Мы все ели, и листья он липовые, всю траву. И вот в 5 классе шла и в лесу упала. Совсем же голодные были. И какой-то ехал мужчина, увидел меня, привез домой и говорит, я нашел подкидыша. И, в общем, они меня в 5 классе сказали, больше мы тебя не отпустим. И вот они и кормили, и поили, и все. Всю зиму. А летом няньки там устроили. И до 16 лет я 8 человек подняла чужих детей. Задумывалась о вере все время. Меня спасала бабина молитва. Бабушка Сима была ужасно верующая. Вы представляете, вот такой голод страшный. Она уйдет за опятами, натаскает нам бочку, опят насолит. И вот она идет, тащится, маленькая, росточком худенькая, тащит, и все идет и молится. Все молитвы, 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 молитвы. Вечером спать ложимся, я говорю, голодная, холодная. А она стоит на полу и молится, молится все за нас. Часовой механизм. Но вроде как сердце. Его надо все время держать в порядке, в тонусе, смотреть, следить за ним. Иначе не будешь, он остановится. Должна быть гармония в часах и кто их обслуживает. Если вот с часами делаешь, да, вот они ходят ровно, человек ровно живет, идет, вот вроде как гармония. А они идут часы-то ровно, а ты куда-то побежал, чего уже возьмет и звон собьется. Ну, часы 79-го, вот эти вот года, они ходили, звон отбивали. А потом уже, когда он, часовщик старый, умер, они не ходили. И вот с 93-го года я решил туда попасть в часы. Решил на них посмотреть, в каком они состоянии. Может, попробуем, может, получится сделать. Идешь по темноте, поднимаешься. Вот в эту комнату зашли, посмотрел, паутин, грязь. Посмотрел, сломанных ни одного не было колеса. Все целые. А грузики, их не было. К
Кто-то таскал их, может, где-то это как на рыбалку, может, кто... Ну, сняли их просто. Посмотрел, сделать можно. Никому они не нужны были. Пока не отдали собор, сначала колокольню, вот отцу Григорию. Он мне сразу сказал, пожалуйста, делай. 2 недели я их ремонтировал, а потом 1 неделю я их настраивал. И они потихонечку пошли. Когда я звон запустил, пробовал, в окошечко глядел на Крестовую улицу, вот где трамвайная, вернее, троллейбусная остановка, народ стоял и вверх смотрел. Как это так, часы 10-11 лет стояли, и вдруг стали звонить, и пошли. После смерти мамы меня забрали родственники. Тетя была старой девой. У нее не было детей, не было семьи, но при этом она мечтала о ребенке. Поэтому, наверное, меня к ней решили отдать. Но ей было тяжело со мной, это точно. Потому что она хотела стать мамой, а я не принимала другую маму. Я знала свою. Для меня она была чужим человеком. Я просто вот ушла при совершеннолетии сразу же. Я думала, что я пойду в юридический вуз и стану юристом, который будет защищать детей-сирот. Я пошла за справедливость. Я был адвокатом. У нас был круг общих знакомых. Но вот прям знакомство в знакомство произошло, наверное, случайно. И первое свидание я пригласил кататься ее на лошади. Просто вот метка, самое такое вот сердце. Мы стали вместе жить. Была очень обеспеченная жизнь. У нас были квартиры, автомобили, поездки за границу. Но при этом от работы, которой мы занимались, я получала просто страшнейший стресс. Были случаи, когда я приходила из суда, просто залезала под одеяло и там ревела. Было чувство, что любая сторона в суде имеет рыльце в пушку. И любая сторона в суде лукавит. На рождение дочки Саша подарил мне коня. Это вот вороной жеребец Паша. Вот этот запах лошади, он, знаете, он непередаваемый. Он до сих пор для меня что-то такое... неповторимое, волшебное. Вот там все самое хорошее и доброе внутри этого запаха. Коня нужно было где-то держать, и мы поставили его в частную конюшню. И в определенный момент с конюшни мне позвонила девочка. Она любила Пашу безумно. И говорит, его там сейчас бьют палками, потому что он не слушается. Спасите его. Приехали в конюшню. Я кричала и орала, где он, на всю конюшню. И в итоге оказалось, что его поставили в карцер. И вот он стоит красивый и свободный. Ну, как тюремный заключенный в этой камере. И вот это чувство, что мы такие же. Что мы сидим в своих клетках. У кого-то клетка маленькая с маленьким окном. А у кого-то элитная клетка с большим окном. Но мы все там заключенные. И мы свободы хотим. Появилась вот эта идея создать себе свободный мир. И вот как-то сразу деревня. У нас храм за 12 километров. Пешком никто не пойдет туда. Хоронили неотпетых, некрещенных. У меня все время видение. С 27 лет. 5 часов вставала доить коров. Поднимаю голову, храм стоит. Белоснежный храм. И лучи вот к небу летят. Меня поразило так. Я встала, думаю, Господи, ведь непросто же это мне. Ведь это же мне неспроста. Значит, нужен храм. Думаю, начну собирать деньги. Пошла по деревне. Взяла тетрадку толстую. Сама написала. Попова Зоя 1000 рублей поставила. Пошла сюда, в этот дом. Здесь жила одна бабка. Она мне дала 50 рублей. Пошла к следующей соседке, дала 50 рублей.
потом пошла дальше. А у меня была бумага от владыки, что я имею право собирать на храм. Приехала в Рыбинск собирать, торгует мясом. Ну, подошла, как бросит на меня 2 рубля. И прямо на пол покатилась. Я говорю, помолилась за нее. Я говорю, спасибо, родная. Пошла, подняла и ушла. Деревня есть вот такая, вот туда дальше. И вот стоит новый дом. Я захожу в новый дом. Чистота, порядок. 3 детей, скамейки, на скамейках лежат фуфаечки. И бабушка старенькая, и молодая женщина. Я смотрю, такая нищета, если даже у них кровати нету. Вот представляете, мама достает тряпочку. В тряпочке 4,60. И она 2 рубля оставляет себе, а 2,60 мне подает. Я говорю, да не надо, да не надо. Да меня затрясло, я как заревела. А они с такой радостью, да возьмите, возьмите. У нас пенсию маму через 2 дня. Вот представьте, у нас сухари есть. С лета я собирала и деньги набрала 7632 рубля 6 копеек. Это только на крест. Я решила ехать в Москву. Поехала в Свято-Даниловский. Вот это вотчина патриарха. Зазвонили колокола. Выходит это батюшка благочинный. Выходит, и я батюшка, батюшка, а он посмотрел, как на собаку. И мама меня пролетел. Даже не откликнулся, даже благословения не дал. Думаю, Господи, все равно еще пойду по храму. И вот ходила. И смотрю, храм реставрируется, и там загорожено, и батюшка служит. Говорю, я вот приехала из деревни, из глубинки. Вот такое дело. Он говорит, пойдем. И он меня повел в трапезную. Напоил меня, накормил меня, начал со мной разговаривать. Вдруг открывается дверь, входят 2 бабки, которые были там, и подают мне 3800. У меня даже волосы на голове зашевелились. Я там столько-то по деревням собрала, 6000, да, сколько лет. А тут мне сразу такие деньги дали. Ну, в общем, он меня все расспросил, я ему сказала, он говорит, слушай, чего? Говорит, я тебе помогу. Я попробую найти себе спонсора. Дед зарабатывал тем, что шил фуражки, кепи, 8-клинки. Вот это он научился в лагере, в строительстве Беломорканала. И вот он сидел на столе по-турецки, поджав ноги, и шил, значит, кроил мне 2 года. И он мне 8-клинку уже сшил. Ну, это для всех было и удивительно, что такой маленький ребенок в таком взрослом ходит в головном уборе. Но я все время что-то там рисовал и мастерил, любил рукоделие. А после армии уже пошел в Абрамцевское художественно-промышленное училище на отделение металла. Вот, так что ювелирное дело с тех пор стало моим основным занятием. На болгарку поставил диск по дереву. Ну, в какой-то момент закусило. Тут отхватило напрочь 2 пальца и сухожилие на ладони все. Ювелирным делом пришлось немножко затормозить. Я был уже инвалидом, и внуку решили, что он хочет казачью фуражку. Ну, и на его на день рождения попробовал, как-то там конструировал и сшил. Ничего, так на вид похоже было. Да, я думаю, попробую еще шить. Коллективов сколько фольклорных. Все коллективы, кто не приезжает, и мужики все с голой головой ходят. Бабы рубахи-то, штаны еще могут сшить. А картузы – это страх господний. Как посмотришь, в чем коллективы бывают. Ну, вот я понял, что можно попробовать всерьез этим заняться. Ну, я думал, конечно, вот прикольно, думаю, возвращаюсь к деду, на деду в путь. Когда человек надевает картуз, он преображается, приосанится сразу, какие-то благородные мысли в голову идут, хочется поздороваться так со встречным. Нужен сказочный бренд, мы решили. Мы сидели и думали, и в эту минуту за окном начал бегать наш Паша. В одну сторону пробегает. Сидим, продолжаем, значит, это думать. И в обратную сторону тык-дым-тык-дым-тык-дым-тык-дым. И вот 1 секунда, и я говорю, тыгдымский конь. И мы понимаем, что да, круто, у нас есть живой тыгдымский конь. И появилась ситуация создания вокруг него сказки.
И я помню, что я просто шла по дороге, и в моей голове происходила вот картинка. Здесь будет стоять дом, рядом с ним мы поставим большие ворота. А внутри дома должен появиться холодник, и вот здесь еще, например, нет колодец, журавель. Ну, вообще, вся наша деревня построена фактически моими руками. Нам пришлось учиться всему самостоятельно. Мне вспоминать вопросы строительства, вопросы, вот, которые когда-то дед там заложил в меня. Да и, наверное, в каждом из нас на генном уровне что-то есть такое, которое позволяет нам, приложив какие-то усилия, построить избу, русскую избу, да, там, сложить печь и так далее. А местные жители нам подсказали, как это сделать, подсказали направление, куда надо идти, и как это происходило раньше, как происходит сейчас до сих пор. Мы с дочкой все, что можно в печке приготовить, мы готовим. Все женские ремесла изучаем вот взахлеб. То есть если мы сели за ткацкий станок, то мы там утонули. Я не видела ни одного современного человека, который бы пришел к нам, и сначала ради интереса не начал бы вот там учиться на мастер-классе, допустим, тому же ткачеству, и чтобы через час этот человек встал безразличным. Потому что в глубине каждого из нас этот русский код, он есть. У нас много-много примеров, когда девочки возраста моей дочки, чуть-чуть постарше, садятся за ткацкий станок и, выходя с нашей территории, говорят родителям: купите мне ткацкий станок, я буду дома ткать. Я рассказывала, что батюшка сказал, найди спонсора там. Потом, значит, звонит: у тебя счет открыт? Я говорю: нет. Я говорю, у меня что, копейки были, я на улице в трубе в пол-литровой банке держала. Думаю, дом сгорит, деньги чужие сгорят, да? И я их в трубу. Батюшка вдруг звонит: давай открывай срочно счет расчетный и приезжай в Москву. Я приехала, и он меня привел в Международный благотворительный фонд. Начальник посмотрел, говорит: ой, бабушка, ты не построишь. А я думаю: ой, милый, ты не знаешь. Я говорю: бабушка, это трактор. Уж как он на этот трактор смеялся. Я говорю: если я надумала чего, я сдохну, я все равно сделаю. Все равно сделаю. Ну, в общем, и вот этот благотворительный вход мне начал посылать по 100 тысяч. Сначала я наняла главного инженера и президента строительной компании. Я никогда в жизни не думала, что вот с таких копеек могут обманывать. А я же за каждую копейку отчитывалась, в Москву посылала процентовки. Ездила туда каждый месяц. И вдруг прихожу в церковь в Тутаеве, и мне говорят: Зоя, сказал начальник-то твой, чтобы перекинули кирпича на другой объект. Я думаю, да как же хоть можно-то так-то? Лежит кирпич на трассе, кирпича не пропало, ни деревенский, никто. А он из моего кирпича туда перекидывает. Я говорю: я буду подавать на суд. 360 тысяч, я не досчиталась. У Толи сразу инсульт, а у меня гипертонический криз. Снова загремели в больницу. Ночью-то все не сплю, все думаю, а потом думаю, да я дура, что ли. У меня квартира в Рыбинске, у меня дом в деревне. Да я продам дом и внесу деньги, если не хватит. В общем, говорю: Толя, давай ему простим. Я рассчитаюсь. Он говорит: давай. Вы знаете, как стало легко. Ой, как стало легко, словно и не воровал никто у меня и ничего. И вот я стала работать и за главного инженера, и за директора и этого. И все сошлось, и все прекрасно, из копейки до копейки рассчиталось. За 10 месяцев построился. Хоть небольшой, но храм чистенький, хороший. И самое главное, что молятся, отпевают и венчают. И вот отсюда едут. Привезли купола и устанавливали. Смотрю, раз через трассу, и вот так раз, и радуга. И именно покрыло крестом так радуга. А потом с этой стороны вот так. И вот она ее как огородила. Вот представляете, вот такие чудеса. Значит, это именно, что это благодатное место.